интернет-магазин «Автотор» представляет вам штатную универсальную магнитолу на модели марки Volkswagen. Полный список автомобилей, которых она подходит, будет представлен в описании на сайтах, ссылки на которые будут под видео. Непосредственно к самой магнитоле перейдем. Имеется небольшая пластиковая рамка черного глянцевого цвета. Снизу имеются кнопочки, тоже они сенсорные, красной подсветкой. Сам дисплей у нас 9-дюймовый, довольно крупный, тоже сенсорный, емкостный. Картинка довольно хорошая у дисплея, как можно видеть, сочная, яркая. Вот. По характеристикам, здесь у нас стандартная конфигурация по железу, 4-ядерный процессор, гигабайт оперативки, но при этом 8-й Android, то есть современный. По приложениям радио, радиотюнер встроенный, имеется эквалайзер тоже для настройки звука, видео, аудиоплееры, поддержка форматов как с внешних носителей типа USB, так и с внутренней памяти. Bluetooth поддерживает hands-free гарнитуру, свободные руки, смартфоны, очень удобно. Присутствует навигация, установлены приложения типа Navitail, Яндекс, Google карты, какая вам удобнее. GPS-модуль подключаем, и все работает. Возможность по AUX-проводам, подключение различных камер, заднего, переднего обзора, бокового. Очень удобно при парковке, при езде тоже контролировать мертвые зоны. Вот, программа TorqueView даже установлена, ну это для OBD-адаптера, то есть для диагностики машины очень полезная будет. Play Market имеется, для установки приложений различных, Chrome для интернет-просмотра страниц. Вот, настройки кнопок на руль, само собой, с обучением без проблем. Вот, вот такая вот магнитолка, по большому счету, в принципе, основные функции показал. По комплектации, вот здесь у нас идет сама магнитола, у нее гарантия 12 месяцев, отправка у нас по всей России. Платным платежом есть, если вдруг сомневаетесь в чем-то. Вот. То есть, ну, магнитола качественная, проверенных поставщиков всегда берем, так что проблем не возникнет. Вот. Кроме магнитолы еще в комплектации фишка. Вот она, универсальная, вольксвагенская. Так, задняя панелька выглядит там с разъемами под провода. Вот они. AUX провода. Они подписаны, и с подключением проблем не возникнет. Два USB-шника. GPS-модуль с Wi-Fi, антенкой и усилителем. Вот. Есть возможность к Wi-Fi подключиться, либо через USB-модем настроить свой личный интернет. Вот. Вот такая магнитолка. Ссылка у меня будет в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.